И напомню еще один хадис. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Проклято все в этом мире». Братья, проклято все в этом мире, не забывайте, кроме поминания Аллаха. Зикрулла. А что значит зикрулла? Это есть весь шариат. Не то, что сидит целый день, субханаллах, или альхамдулля, говорит, нет. Весь шариат, и намаз, и твоя трудовая деятельность, и семейная жизнь, и другие отношения между братьями, построение, все это есть зикрулла, поминание Аллаха. Даже когда мусульманин ложится своей женой в постель, это есть поминание Аллаха. Почему? Потому что он идет халяль и оставляет харам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что за это ему пишется награда. Это тоже есть поминание Аллаха. И перед этим, даже перед близостью с женой, если он поминает Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если Аллах им даст потомство, оно будет защищено от шайтана. Видите, даже в этом поминание Аллаха, это тоже награда.